Μια Αγία Μοναχή έλεγε. Одна святая монахиня говорила. Δουλειά δική μας δεν είναι να σκεφτόμαστε τον εαυτό μας. Наша задача это не заключается в том, чтобы думать о себе. Δουλειά δική μας είναι να σκεφτόμαστε τον Θεό. Наша задача думать о Боге. Και δουλειά του Θεού να σκέπτεται εμάς. А задача Бога думать о нас. Και να μας βρίσκει λύσεις. Находить разрешение. Και να мас. Мас вазя по тапора, και амихана, και διέξοδα. И нас вытягивает из всяких безвыходных бед. Πήγε ένας νεαρός στον Άγιο Παΐσιο, ζούσε ο Άγιος. Один молодой человек с этим Паисием, когда еще был. Και του λέει, γέροντα, έχω ένα πρόβλημα, είπε το πρόβλημά του. Старец, у меня проблема, я рассказал проблему. Και ο Άγιος του λέει, άφησε το πρόβλημα στην άκρη. И святой сказал, оставь пока в сторону все это. Το ρωτάει, μπορείς να εκκλησιάσεις και να εξομολογήσεις, λέει, μπορώ. Спросил, можешь исповедоваться и ходить в церковь, могу. Μπορείς να λες την ευχούλα, Κύριε Ιησού Χριστέ, μπορώ. Иисусу молитву читать можешь? Могу. Борис на нестеве Тетарте Параскеве Апуладе Келес Мерес Буро. Можешь соблюдать церковные посты среду и пятницу без масла? Могу. Борис на Дьяважливу Тинае Графика Фемера Буро. Можешь читать Священное Писание каждый день? Могу. Борис на Каис Камне или Мусинь Буро. Милости не давать можешь? Могу. Кань Афтабу Борис, я на Кань Афтабу Афтабу Дебу. Делай то, что можешь, чтобы Господь сделал того, чего ты не можешь. Авто. Вот. Άλλη φορά θα βρω κάτι άλλο να του πω. Следующий раз скажем больше.